Этот мост выполнен из бетона. Ну, вот сейчас он практически новый, но мы сделали специальную такую фактуру для того, чтобы в будущем сюда попадала вода, и здесь появились мхи или лишайники. Видите, и он тогда пристарится, и будет такой вот красивый натуральный мост, как будто из камней. Мосты, да, мосты, так как у нас много водных объектов, мосты часто мы используем. Это красивый элемент. Во-первых, красиво с моста смотреть. Вот, когда человек стоит на мосту, получаются красивые фотографии. Мы преследуем цель красивых фотосъемок для того, чтобы люди, которые посещают наши объекты, могли оставлять, ну, после посещения хорошие воспоминания, приятные, красивые, хорошие воспоминания на всю жизнь. Вот, смотрите, я стою на мостике. Вот, водопад у нас выключен, правда? Сейчас, ну, мы его в будущем включим. Вот с этого ракурса, вот когда просвечивается свет под мостом, да, и вот такое отражение воды, вот получаются очень красивые фотографии. Вот, мы стремимся к этому, стремимся, чтобы фотографии были красивые. Все элементы декораций в этом объекте выполнены из бетона. Вот, декоративный слой бетона есть, видите, трещинки сделаны. Все это в последующем нужно немножко пристарить, закрыть землей, растениями, вот, скажем так, подзапачкать чуть-чуть. Видите, оно вроде как свежее, да, но чуть-чуть присыпем сюда землицы, вот, для того, чтобы здесь тоже прицепились какие-то растения. Вот. Через несколько лет этот объект будет выглядеть совершенно по-другому.